В молодости, обучаясь в университетах, я, честно говоря, лекции в основном прогуливал или спал на них. А, ну, и занимался чем-нибудь, я не знаю, там, вплоть до распития портвейна. Но теперь вот жизнь берет свое. И я хожу сюда, потому что мне нравится вот это, знаете, воздух культуры, который идет насыщенно. И сегодня, когда можно все прочитать, найти любой текст, любое видео, найти там аудиокнигу, найти всю информацию, которая только есть в интернете, лежа на диване, и получить это, то, казалось бы, вот это все уже и потеряло смысл. А какие-то изречения великих и общение человека с народом своим, с читателем. И информация уже никому не нужна, она не так интересна. И остается то, чего нельзя найти в интернете, что нельзя вытащить из сети, нельзя выбить из компьютера даже пинками. Это живой человек, это общение с живым человеком. Вот, вот сейчас он говорит это, а теперь он почесал нос. Понимаете, потом он запнулся, рассмеялся. И это живая жизнь, которой так мало и так удивительно мало остается в сегодняшнем этом вот мире, перегруженном какой-то бессмысленной информацией, там можно, с которой там какие-то извлечь заработки и прибыли. Но живая жизнь – это общение с живым человеком здесь и сейчас.